Убил еще одного. Больше хелпа. Изи, сука! Просто! Там их трое, спина! Чувак, уходи! Сука, меня спина уронила! Открылся новый сервер Rust Mint группы Max 3, рейты X3, процедурная карта, частые розыгрыши привилегий в паблике сервера, а тут еще и промокоды есть. Заинтересовало? Промокоды, IP и ссылка в описании под роликом. Ну один, видишь, голый, а второй с ним. Второй, да, все вижу. Один с ревой, другой с бердой. Разглядел теперь, да, понимаю. Они бы нас спалили, да, за камни сидели. Голову дал. У одного голова. Уронил. Убил. Аккуратно. Я знаю. Вот он. Уронил. Отличненько. Ты второго убил, да? Второго, да. Я берду забрал. Забирай берду на изучение. Сразу изучим, да, тут. Тарп. Ой, бинтов просто вообще, и спиннер. Забери кофейник там. Взял, все. Я берду на панель. Нам окрасить это изучить надо. Пойдем быстрее домой. Но должно остаться немножечко на кофейник. И это будет прям прекрасно. Кофейник 75 стоит. Отлично. И кофейник изучаем все. Но без килта будем. Вообще бул Кирилл расслабил. Все, я уже тут внутри. Оу, глянь, кого нашел. Тебя. Руду забрал. Ты костры чекал? Там дерева много, чувак. Посмотри, по 50 просто дерево. Давай заберем так, все. Так, лестницу дай сюда. Да, прям вот просто 10 туда лепи. Давай. Там будет шкаф. Инфосотка. Прям подрасчитал, да? Все, я по 3 штуки кидаю, то что я боюсь больше, иначе эта штука шандарахнет меня. Бля, я их потерял из виду. Андрюша, врываемся. Блядь, еще типа бегут. Че там? Шкаф есть, но он забитый. Он забитый, а помпаш там внутри валяется. В смысле забитый? В прямом, тут все ящики забиты. В прямом, что залоченный шкаф. Бля, надо его ломать резче. Сейчас шкаф поставим и застроимся. Но это так, не точно. Я набрал 2000 дерева, в принципе, это нормал. Оружие просто найди любое. Да все забито, прям... подожди. Так, еще дерево есть. Оружия ни черта нет. Гантрап мне под ноги, но не мину. Почти 4000 лайков, 4000 лайков. Ребята, огромнейшее вам спасибо. Хоть я просил 6000, но мы собрали 4000. Это очень круто. И как я понял, видео вам зашло, поэтому давайте соберем 7000 лайков. Насчет наушников, у меня простая схема, это Beyer Dynamic DT770 Pro 250 Ом плюс усилитель FIO. Это профессиональные студийные наушники, не игровые. Выживать и записывать свои ролики я продолжаю на комплексе серверов Ultimate Rust, вся информация есть в описании под роликом. Замечал комментарии о том, что мои тиммейты школьники? Да, таковые имеются, но не все. Например, Греча и Егор, да, они школьники. Андрей и Чепер далеко не школьники, им обоим уже за 20, а кое-кто из них даже старше меня. Воспользуюсь случаем и пропиарю свой магазин, ссылка на который находится в описании под каждым роликом. Там можно купить дешевый раст и не только. Ребятки, забегайте, покупайте, читайте внимательно описание и экономьте. А также не забывайте про мои соцсети, они также находятся в описании. А, это лут. Ну, терпимо. Вот прям в левую предлагаю вот сюда. Слышали-ка прям. Ну давай, по двушечке. Готов? Давай, поехали. Поехали. Но подходить будет опасно, потому что одна другое может долбануть тебя и меня. Ты там вот. Он бежал точно, я его видел. Ловилка. Тише, Бэш. Вот сейчас главное убить типов. Убил калашиста. Там еще есть? Там еще калашист. Ё, просто. Пойду оружие чекать. Жди. Жду я сверху. Можешь покрой в дом залезть? Меня. Убил еще одного. Там справа тебя обходит. Прочь на халпа. Хелпую тебя. Он наверху, наверху. Жди, перезарядка. Еще один бомж прибежал. Блять, его сейчас бомж убьет. Не убил. Справа. 32 хп у него. Да. Блин. Идите в пень. Мне просто пролетело в башку с этого. Скажи мне, с чего? Шотгана? Я не знаю, откуда он вылез. Рисайся быстрее. Он застроил дом! Да ну тебя нафиг, чувак! Серьезно, что я ли? Я сзади него встал на спалке. Тихо. Подожди, тут проблема. Я вижу челика. Я тебе не могу ничем тихо помочь. Я встал возле тебя. Есть чем стрелять? С челика стрели. Да! Он тебя убил или ты нет, его? Нет, я его завалил. Подожди, тихо, блядь, сейчас. Блядь, этот меня стреляет.
стреляет. Надо его убить срочно. Чувак, 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 погоди, тут челики бегают. Сколько вас тут? Ты же что я тебе говорю? Чувак, он бегает, он там лутается, ничего не могу сделать. Тут еще бегут челики, ты подбегаешь к дому? Нет, ну в нашей бечевке я как бы. Патроны все кончатся просто и все. Все, они все там вламились. Пацанята, че втроем на одного, давай с калашом, иди сюда. Изи. Я с револьвером. Изи, сука, просто... О, фреш, здорово. Изи. Чувак, собирайся. Я лежу на земле, я может там. Ух, ё-моё! Там еще челики бегут, забей, я убегаю оттуда нафиг. Да, бегите, а там сейчас убьют. Забирай, да бери резы, чё, давай. Ой, резы, бери, говорю, заряжайся и прибегай. Иди, я сейчас встану, может. Иди встану, подожди, чувак, меня тут убьют просто. Короче, я отбежал. Тоже бывает, не ссы. Беги просто по максималке, тут 6 типов сейчас месяца между собой, походу. 9. Чувак, у меня калашки нет. Меня ж убьют. Понеси, как божника жарь, как пчела. Бля, давай я встану. Заебись, я сдох. Ну там с кем-то воюют, что ли, не пойму. А, их убил. Есть. О, там кто-то убил сейчас кого-то. Отлично. Чё, ты живой? Тихо. Пока еще да. Конечно же, я косой. Он убежал с калашами, со всеми остальными плюхами. Принимай. Так, ты с оружием? Да, да. Убегай, да, убегай, убегай. Кит дал 23. Чёрт, попробую перехватить. Чувак, резко вставай просто, резко. Я просто с ревой пойдет? Пойдет. Давай, вставай. Где он? Стой, ты смотри, тут еще сверху, тут же два типа. Чувак, его убили. Со всем добром внизу. Бичара, бичара вот этого дома. Чувак, ты где? Иду, иду, иду. Вот он дом. Прям вот этого бича убиваю. Бича не пускай. Вижу да, калаш. Да, да, да. Где, просто дай вот мне забрать калаш. Бомж забрал калаш. Да, 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 да. Сейчас забегай. Просто. Отмонти. Поставил стенку. Дал шот ему. Ты живой? Живой, живой, живой. И слева к нему ползу. Отлично, забирай калаш, быстрее, забирай калаш, забирай калаш. Это не калаш был. Не калаш? Калаш у него, значит, быстрее чекать челика. Болт есть, болт есть. Чувак, болт все, забирай. К нам еще идут, по-моему, нет, не идут? Забирай, да, что есть. Есть калаш, есть, есть, есть калаш. Все, забирай. Все, валим нахер отсюда, быстро. Два Томпсона, пом, блять, калаш и бибетус. У нас на доме лазят два поцика. Прям вот четко у нас... Они на дверь бахнули просто! Пали! Ое, слушай, прикольно, может заход. Ага, бежит. Это соседи наши бахают, слушай, он домой сейчас бежит. Понял, кстати, один с калашом. Слушай, слушай, не лезь, не лезь. Подожди, когда он выходит, значит, завалишь его. Меня увидели. Возможно, меня. У меня увидели. Меня увидел, да. Манси. Да, я за камнем прячусь. Тише. В дурного играю. По голова. Сейчас отъедет. Я ползу. Чувак, я сейчас тебе не прикрою, хил. И. Чувак, их там двое или трое, на меня сейчас пойдут все. Калашиста убил. Живи, 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 живи. Там убил? Спина, уходи, спина твоя. Еще одного убил? Да капец, чувак. Там их трое, спина, чувак, уходи. Сука, меня спина уронила. Там трое, спина, чувак. Просто не было забрать. Голова одному. Я тебя понимаю. В другую сторону просто куда-нибудь убеги, и все. На крышу вылез, спина. А, он со стрельбой убежал. Гола... Ты убил его? Да. Вот это что? Второй так, ты где? На крыше, да? Да, вон слева второй. Ух ты, шок, больно. Манси, 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 я его да сейчас я за камнем. Подражу. Подбайте его, малеха. Он перебежал. Я в доме убил одного. Пошел нахуй. Подожди, на дверь не почекаю. Стой, чувак, я на крышу залезу. Лезь наверх, тогда я почекаю. Лезь на крышу, только аккуратно, пожалуйста. Стой! Я в нее упал, прыгни. Блять, она такая конченая, я понял. Надо лестницу просто притащить. Чувак, давай быстрее, пока нас не убили. Заметил то, что они с какой-то другой стороны прибежали? И это были хозяева. Так, чувак, а, тут калаш, стоит. Чувак, тут калаш, рил. Деревянная броня, даже каски никакой нет. Ты понимаешь просто, насколько это серьезно челики бегают? Они отчаянные. Да очень. Вот того можно сейчас убить, он с ракетницей. Давай, давай с крыши. Давай с крыши. Два хита дал, упал. Дальнего бей. Дальнего давай, да. Два хита есть. Мимо? Нет. Мимо. Чекай, чекай, чекай лево, вылез один. Крыша вылезла. Да. Крыша вылезла и исчезла. Хит дал? Дай крыше хэд. Нет, хит дал.
Чувак, они убежали то вдаль. Вдаль. Там один или два бегает, вижу вдалеке. За камень, слева, один слева за камень. Чувак, а слева. Ого, у них тут они норм зарейдили. Собирай, собирай, собирай. Там челик сейчас может сверху вылезть. Собирай. Хитую, хитую, хитую. Челик, я... уходи, уходи, уходи. Я отошел, нормально. Хитанул. Патроны перезаряжаю. Уходи, 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 уходи назад, уходи я назад. Я почекаю, да себе беру. Там два челика не прям. Стенку воткни вообще, да и все. Нету стенки. Где я почти собрал? Собрал? Почти. Все, текаем нахер. Ой, зловец, пока рука. Да, чувак, вон бежит залутанный. Смотри, на в спине у нас вон, чел. Так где? В спину. Спина, да, чел, получается, залутанный будет пробегать. Вон. Он близко был? Да достаточно близко, за тачкой будет. Один справа еще есть. Ой, далеко. Я в кустах сижу. Иди. Тут смотри, справа двое бегут, прям близко. Метров 50-60. Прям вот чисто справа, направо поверни сейчас. Да я видел одного. Это не с нами. Лево, тихо. Лево стреляет. Это какой-то бич стреляет вообще. Лево не трошу. Право потерял. Они туда дальше бегут, один с калашом. В топор море. Зараза, надо сблизиться. Вот они где-то по прямой метр в 100. Тихо-тихо-тихо-тихо, чувак. Чувак. Вот он. Близко. Минус. Чувак, прячься. Убил. Ты издеваешься над этими пацаками. Просто собаки. Ты должен был сейчас. Страдай. Изи, найс. Изи, пацаны. Так, давай резко лутаем. Быстро в бичок, потому что сейчас прибегут еще типа. Давай резко. Чувак, спина. Уронили. Ты живой? Живой, живой, валяюсь. Вот он я. Блять, это я жарю, иду, иду, иду. Я не слышал, что ты лутаешь. Тот пидор мог собрать его. 32 хп у него. Он слева вышел. Хорош. Поднимешь? Возможно, чувак. Не торопи, подожди. Я знаю, что почему я говорю. Подожди. Зареспавнись. Быстрее калаш свой хватай просто и все. Да, да, да. Там вижу, 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 вижу челика вдалеке. Хватай, 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 хватай. Вон калаш справа. Хватай. Взял, уронил. Там еще... Уронил? Да, уронил там челика. Все, я понял. Почекаешь, я соберу? Давай, давай, собирай, собирай, собирай. Я оденусь. Челик, бегут два. Три бегут. Уходи, уходи, уходи. Блин, уходи. Надо себя собрать. Все, валим. Уходим? Валим, валим, валим. Уходим, не успеем просто пережать. Ты живой? У меня да, стенка да, была, я забыл стенку взять. Давай во времянку и улетаем. Уносим. И улетаем. Улетаем. Я предлагаю выйти, дать им пизды. Чувак, давай сейчас скинем добро, мы не сможем, не успеем выйти. Блять, пацаны, в голову себе выстрелите, вы уже отсосали. Забегай, забегай. Вы отсосали, вы отсосали. Оставь брони по сетику. Да нормально. Чейпер точно будет зол, ты все мясо выбросил. Ты просто все его мясо выбросил. Понял, и скрином подкрепи это ему. О, да. Ярбики выкидывай. Сделай скрин, потом скинешь мне. Собрали оставшиеся у нас компоненты, почти все. Нам нужно еще много скрапа, да и вообще полезного добра, который падает с компонентов, поэтому вот такое огромное количество, на самом деле не огромное, но мы переплавим. Шитметала, кстати, много, и он дает хорошее добро. Вот, кстати, шестеренка сейчас нам насыпет скрапа, мы сможем изучить фонарик, который я так люблю, потому что изучили прицел, который любит Андрей, который мне особо-то и не нужен, а ему нужен. В итоге 1500 скрапа, ребята. МВК, металлфраги, солидно, теперь можно много изучить. Как минимум у нас топовая маска есть, калаш уже умеем. Если у вас скопилось большое количество скрапа, изучайте все, что просто у вас есть. То есть, если у вас есть какие-то редкие предметы, не очень нужные, лучше их изучите, потому что если это начало месяца, соответственно, вайп рецептов будет еще не скоро. Допустим, там на некоторых сержах он там раз в месяц идет, на некоторых два раза в месяц, там по-разному. Поэтому изучайте все необходимые вещи, а потом уже выходите из игры. Если вас зародят и найдут скрап, ну будет обидно. Вы как минимум останетесь без рецептов, бесполезных рецептов. Вот зеленка, она мне не нужна. Я не умею с нее стрелять, но я ее изучу, потому что она может пригодиться моим тиммейтам, например. Чтобы я мог ее скрафтить и все. То же самое касается и других вещей. Ну, например, килт, он да, он нужен, он реально необходим. Фонарик это тоже полезная и классная штука. Поэтому все это я изучаю. Хотя прям сумасшедшей необходимости в этом не имею. Но фонарик, он на оружии весьма сильно помогает. Например, выдает вашу позицию. Это у него вообще идеально получается. У нас же еще и донатный ящик есть. Есть камбэкный шкаф. Вот эти вещи, кстати, редкие. Я давно ими не пользовался, потому что они редко дропаются. Ты донатный ящик взял? А у нас тут, наверное, нет. Они у нас не тут. Ну вот, будет еще полезный рецептик.